От це конструкція, я скажу вам. Більше 150 метрів висоту. А пилот он помогает. Так, поднимаемся на борт этого колеса обозрения. Тут целая зона, симулирующая проход в аэропорту. Скоро доберемся и сядем, полетим вон там. Подсветка красивая. Итак, стартовала наша поездка на Singapore Flyer. В кабинке индусское семейство помимо нас. Вот. И... Начинаем движение. Медленно подниматься будем. И где-то, наверное, в течение получаса продлится вся эта поездка. Пока у нас вид на окраины Сингапура. Друзья, жутковатые ощущения. Дело-то в том, что вот мы еще вот более высоко находились в своем номере на... в гостинице Marina Bay Sands, и не ощущаешь там себя как-то в опасности в какой-то. А здесь вот посмотрите, остекление-то вот, я ногу свою могу поставить вот. И чувствуется, когда нет ничего там и под тобой, и вот держится всего на там на двух штырьках. Это вот кабина, она довольно большая, но вот жутковато, когда под тобой ничего нет, а ты в пиковой точке, например. На каяке вот катаются, там, соответственно, на спорт. Гольф-поля. Здесь вот Marina Bay. Страшно мне. Ну, не скажу, что прям вообще, но вот именно жутковато. Ощущения такие. Иные ощущения, нежели на скайпарке. Там хоть ты и выше, да, Дэн? Но здесь вот, когда ты... Просто прикручен. Да. Вот сейчас давай попробуем показать. Вот посмотрите, как выглядит. Вот раз вот конструкция держит, да? И вот два. И все на этом. Вот каких-то два болта держат всю нашу кабину. Вот под ней, под кабиной нет ничего. Вот интересно, как мы будем преодолевать верхнюю точку? Рабочий он там еще что-то крутит. И вот сейчас вот мы поравняемся с перекладиной центра колеса. То есть мы сейчас даже наполовину не поднялись до верхней точки. Город будем снимать на обратном пути, когда уже будет нас пройдем пик и будем идти к снижению. Сейчас мы пока на подъем, и поэтому снимаем, показываем. Посмотрите, мне другие части. Да, в Сингапуре сейчас потихонечку темнеет. А вот, кстати, над Пан-Пасификом можно оказаться, посмотреть там. Что там? Оживленное движение, автострады. Мостака одного типа. Вот там виднеется Эспланейд. Но страшно, ребят. Вот, действительно, я это признаю, ощущения такие. Движется плавно, но жутковато. Да, остановились. Да, почему? Не знаю, там чинил кто-то что-то.
По ощущениям-то мы остановились. Нет, мы остановились. Смотри. Так и есть. Как это, полицейский из Beverly Hills 3 с Эдди Мерфи. Помнишь, он там по аттракционам плавал? Нет, ну реально не двигается. Вот я тут не вижу ничего. О, пошло. Вот там есть пошло. Да, вот теперь возобновилось движение. Мы не застряли. А что было бы, если бы застряли? В принципе, вот лестница. Вот лестница есть, по ней только если спускаться. Да, и может быть... Вон, смотри-ка, мы уже за посадкой. Смотри, вот так вот вниз смотришь, так вообще страшно. Вот, я говорю. Вот на эту лестницу смотри, как она держится. Да. Можно уже насколько их полюбить? Нет, жутко, жутко. Я вон, почти наверху. Я никогда не любил вот эти вот... колеса обозрения. Вот соседи наши. Именно вот по... В Москве я вот осилил, сколько она была? 75 метров. Здесь больше 150, а сейчас мы уже выше. А Вот мы почти достигли вершины. Почти достигли верхней точки. Поэтому панораму необходимо показать. Пришел? Пришел мордайчо? Си. Пришел да? Да. Ты туда не пани бодешь, не? That is мордай. Ты пани не Go. Release it. Go ahead and go down.